О, третьего нашел. Че, подключаешься? Ну, мы летим. Понял. Ты там, вы вдвоем летите, да? Мы все втроем вроде. А, во, все, появляется. Димбо какой-то. Все, отлично, погнали. Совсем скоро о поставках оружия Бракусом Заном Красный Легион сможет забыть. Передаю руководство операции Сурай Хотор. Кейт тоже будет с вами. Удачи. Эх ты, бог в броне, да? На. Блин, дробаш хорош, вблизи прям. Да, есть такое. Наши умерли, его надо воскресить. Что здесь делают, Кабал? Нам нужно пробраться за защитную дверь. Сейчас откроем. Взломал, да? Ага. Взломал. Оказывается, сеть Зана отличается от сети Красного Легиона. Это хорошо или плохо? Это правда была вспышка в небе? Давайте не будем обсуждать, что там полетело в небо и кому скоро придет подкрепление. Ну, вылитый ты. О, спасибо. Так, а куда я залез? Ну что, телепортируется, что ли? Ёх ты, откуда? Хитром ставит, фига себе. Блин, за щитом не могу. У него щит стоит, его не пробить, блин. По ногам, что ли. Так, надо дробаш брать. Откуда сзади, что ли? Ай-яй-яй. Входим. Я зафиксировал высокую концентрацию солнечной энергии.
блин, опять зря заюзал. Здесь неподалеку есть воздухоотвод. Но я не знаю, как долго можно находиться рядом с этой штукой. Пойдем, пойдем, вон туда, за мной, туда. Я патроны просто подбираю. Интересно, с этим камнем можно стрелять? А что, ты атаковать не можешь, когда у тебя камень в руке? А я не знаю, я не пробовал. Можно, да? А я не знаю. Он у тебя в руке? Камень-то у кого? Ну, ну вот я взял. А, да, реально нельзя. Прикрывайте тогда что. Ставь камень, ты что-то не ставишь. Отличный бросок. Бросок? Так мы, стражи, называем удачное попадание топливным элементом в воздухоотвод. Тебе этого не понять. Красный пак взрывается, по нему стрелял. Кому надо, как он будет горит. Дробаш! Отдыхай. Я, короче, не могу понять, где у меня способность заряжается. Суперспособность. Так, нам вот туда надо. Ага, желтый бак взрывает. Эх, кто там так шмальнул? А, свои. По своим стреляем. Подручными Зана шутки плохи. Думаешь, мы их больше не увидим? Их должно быть больше. Неуверенные в себе личности часто окружают себя себе подобными. Кейт, у тебя есть что-нибудь? Нет, она права, поэтому я работаю один. Фига, ты убежал уже. Так, где-то мы это уже видели. Да, забавная история вышла с Оробана. Кабал любит давать кораблям странные имена. Кажется, он назывался Арабас Виктура. Да, точно. Зан перебрался на место Тумуса, с которым ты покончил. Тот самый корабль. Промазал, что ли? О. Заряд. О, у меня суперзаряд появился. Прям надпись появляется желтая.
Да, зря я сюда ворвался, конечно. Блин, мне мало хп. А я прыгаю вниз. ХП само пополняется, это хорошо. На, гренку тебе, ба. Гребаный щит стоит. Смогу обойти. Ай-яй-яй, помогите, меня убили. А я по нему вообще какой-то минимальный урон наношу. Помоги! Наношу. Меня убили, ты сейчас, меня слышишь? Сейчас, я понял. Нас обоих что ли убили? Спасибо. По кораблю тут... У тебя остался заряд? Да-да, сейчас. Давай по кораблю. Такое было, я что-то тоже не понял, а что происходит? Сверху пушки стоят, уничтожай их сверху. А нет, показалось, короче, я сам не понял. У меня заряда для базуки больше нету, и я найти их не могу. Мне какой-то предмет, по-моему, выпал. Она что? А, его убили, что ли, прям? А, вон, ну он там. Нет, он вроде шевелится. А чё он? Я не знаю, он застрял, что ли, где? Воскрешение. Да. А, игрок умер. А... Он вообще где-то там внизу. Какого хрена он туда спустился, блин? Да, нам надо третьего адекватного. Ну, он что-то вообще куда-то спустился, непонятно куда. Как теперь туда забраться? Ты там что, сражаешься уже, что ли? Да-да, тут есть парочку. Догоняйте. Чё, он там бежит? Я его воскресил, да, сейчас мы прибежим. Просто там подняться нельзя было быстро, там надо было обходить. Что-то опять он тормозит. Ну, вроде бежит. Ты когда бежишь, у тебя полоски синие есть такие на экране? Мы снова на корабле. Зан должен быть совсем нету. Близко. А у меня есть. А у тебя вроде есть. Ага. У тебя видно, настройки, да? У тебя настройки просто, наверное, на ультрах. А, ну да. У меня на самый минимальный поставил. У тебя, типа, больше всяких этих фишек. Помнишь тот лифт? Похоже, нам придется вызвать его еще раз. Проще простого. Вообще-то у нас здесь танк. Ладно, проще простого. Можно понимать по-разному. Танк, походу, надо будет валить.
Нихера их там столько бежит. А, нам надо танка, ё-моё, да, танк, нифига себе. Вот это он по мне нормально зарядил. Естественно, заряд разруки уже не осталось. У тебя суперспособность есть, юзай ее. Ты, кстати, ни разу не заюзал суперспособность. Я заюзал сейчас. Она что делает? А у меня какой-то револьвер, и он жесткий урон какой-то наносит. Ух ты! Так, он на меня целится, убегаю. Все отлично. Так, что надо здесь делать? Получилось! Вы про лифт? Нет, братан. Теперь черед лифта. Так, что дальше? Лифт наверху, надо наверх. А, не долетел. Этот танк стоит между нами и Бракусом Заном. Думаю, стоит взорвать танк. Круто. Просто гений. Блин, еще один танк. О, вижу. Ех. У меня чуть-чуть прям хп. Ой, походу нам сейчас капец. Да не устоим, нам просто это сильно не нарываться. А у них щиты, я не знаю как. Они у них ослабевают потом, когда ты простреливаешь. Да, вижу. Если в упор подойти, то он по идее со своей пушки стрелять не сможет. Так у него еще что-то вылетает на каких-то снарядах. О, чуть мне в лоб не попал. Ну вот, половина хп у него снесли. Правда, у меня патроны кончились. Страж убит. Я, по-моему, откинулся. А, сейчас я, походу, откинусь. Блин. А, меня воскресили. А, я нашел заряд для базуки. Чё, где? А, она такая фиолетовая. Ладно, если не кучу урона, я с ней нанес. Короче, есть обычные, блин, синенькие какие-то есть. Короче, фиолет... А, вон там лежит один. Еще один нашел.
что? Чё, все что ли, прошли? У меня супер заряд есть. У меня тоже. Чувак у нас опять потерялся. Этот Димба. Взламываю, вроде как. Ага, хорошо. Вот он! Бракус Зан здесь! Ага, главный босс, что ли? Походу. В ближнем бою с первого удара прям с кулака сносят вот этих здоровых. Сверху вроде. А нет, его нету, а стреляет он. А куда нам? Все, включил, сейчас лифт, наверное, будет подниматься. Все на лифт. Мы его потеряли, мы сейчас уедем без него, походу. Вот, тут для дробовика патроны есть. Мы почти что наверху. Берегись поддержки с воздуха. У парня наверняка есть запасные планы. По-моему, по нам. Запасные планы переоценим. Ну вот и все. Дружище, тебе гранты.
Мутанты есть, меня убили. Меня тоже. Все, мы проиграли. А, я понял, мы проиграли. А, контрольная точка есть, отлично. А я подумал опять все заново. Нет, а ты лифт опять включи. А. Что там, будет подниматься-то? Да, все, поехал. Блин, как так-то? А у меня... Заряд из базуки еще остался. Нормально, я ему так снес. А у меня заряда не осталось. Всегда нужен топливный элемент, а его нет. Ай-яй. Прикрывайте, я шар сейчас возьму. Корабль бы нам убить надо. Да надо, надо. Корабль по нам ракетами стреляет. Он улетел наверх, корабль. Нашего надо воскресить, поэтому воскрешать. Ой-ой-ой. Воскресил? Да. У меня суперспособность есть. Используй ее на босса.
Так он наверху сидит, я к нему. А хотя. А у него уязвимость какой-то включил. У него там щит какой-то. Но я по нему настрелял немножко. Корабль, пока не было щита. Корабль, бей, бей, корабль. Нашего-то чё? А там... Сейчас я... Может, его воскресить надо? Воскреси его, если он наш. Я за шаром бегу. Не-не-не, он... Нормально все с ним. Сейчас я шар возьму опять, походу. Я чё-то не могу найти фиолетовые эти... патроны для базуки. Прикрывайте меня. А где же бешеная энергия? Давайте наведем шуму, а? Отлично, дело прошли. Дело сделано, Кейт. Шумом можешь заняться сам. Я не против. Я патрон нашел для базуки. Вовремя я его нашел.